Мы вернулись. Сейчас, подожди, разгонит. Пошел на. По нулям. Не, присоединилось. Один, один, два, три, понеслась. До 11, 12, 13, 16, 17, 20. Понеслась, так. Понеслось. Да, что-то глюк произошел, словили. Глюк. Глючок. Ваня, творог с молоком на ночь на массе норм. Ты не бойся. Это глюк. Вань, творог с молоком на ночь на массе нормуль. Заебись, я так и делаю. Про просечку на жопе мы зависли. Просечку на жопе зависли. А, просечка. Больше всех кардио, больше всех позировать, больше всех ебашить в зале. И меньше всех жрать дерьмо. Прожимай. Тренера все образованы или просто качки сойдут в инферно? Ёбана в рот. У нас очень сильный состав. Тут, блядь, конкуренция просто бомба. Денис Борисов смотрит Денис Борисов смотрит трансляцию. Ваня, ты горд? Денчик, привет. 70 Денчик. Человек. Денчик. Мне показалось, та баба сигаретой стоит возле столба. Что? Возьмешь меня на работу? Все хотят к Ване на работу. А вы сможете выдержать такую конкуренцию? Оператор, Ваня, оператор. Красной футболки. Кто в красной футболке? Нет, тут никого с сигаретой. Настю покажи. Настя, вот. Блин, как, Настя. Как с ней конкурировать-то? Так, что, бери меня на работу, а то Славе расскажу все. Здрав будь. Да. Славе. Я не знаю, что снимать на самом деле. То ли вот это, то ли вот это. Главное, чтобы мышцы жгло и плевать на амплитуду. Главное, чтобы мышцы жгло и плевать на амплитуду. Да, главное, чтобы мышцы жгло. Слушай, 71 подписчик, нормально. Да зачем вам это надо, господа? Сейчас, подождите, как раз просите, ладно, вот. Стоп, стоп, не, там попа снимать просит. Вот вам попа. Блядь, не ту попу, вот ту попу надо снимать. Вот эту надо попу снимать. Они наши пуканы. Нет, я вон ту снимал, он мне сказал, что я ей 15 лет. Ба, ты охуел, что ли? Тебе знаешь, сколько напаяют? У меня дочери 12, она на 3 года старше моей дочери. Ну кто это будет ее? Она старше моей дочери всего на год. Да, кстати. Так, ну ладно, подержи еще минутку еще. О, нам хорошо, нам машину там... Полиция будет. Выехала, когда зарплату дадут в инферно? Это кто пишет? Александр Брежнев. Саня пишет. Когда аренду сдашь. План для тренеров есть, там же клиентов до жопы. Зарплату не дают, потому что тренера. Аренду не сдают. Что тренера? У тренеров плана есть, там же клиентов до жопы. У нас тренера. Так у вас аренда. Частично аренда, частично не аренда. Все новые уже не на аренде. Халявы больше не будет. Ладно, ребят, я это самое. Давай, доделывай. Завершаю. И мы поедем. Завершаемся. Что у нас, какие новости самые важные? Идем, пойди поближе, чтобы слышно было. Что у нас там самое важное? В общем, семинар на 99% состоится 6-го здесь, в Инферно. Что у нас еще по плану? Inferno Live третью часть снимать сегодня начал. Ходил в магазин Спортфита. Вот, еще мы сняли, как нам вручали подарки. Вот, еще что-нибудь подсниму и смонтирую завтра или послезавтра. Вот, что у нас еще? Нормально. Все нормально, включаемся каждый день по возможности. Я думаю, что завтра грудь. Завтра включимся. Да, ребят, отлично. Да, Саня сейчас почитает. Народ, по поводу календарей, смотрите, не то, что там заказывайте. Если есть желание сделать фотосессию с этим большим человеком, либо с Ваной, либо с Димкой. Димки нет, не покажу. Не Прохор, а Прохор, где Прохор. Маша? Прохор, да, ты не Прохор. Выглядишь супер, Ваня. Приезжайте, сфотографируй, и есть возможность также сделать календарь вам на целый год вперед. Да, заходите, всего лишь 15 тысяч. Заходите, сделаем на 17-й год, а не на 16-й. Хотя что, если только начался? 15 тысяч рублей. Да, рублей. Ну пока что рублей, господа, не долларов. Да, да. В воскресенье. В общем, Саня, цены очень гуманные. Работа очень качественная, вы все видели. Это вы про кого, Дрищ? Про него? Да вы охуели. Сколько там? 10 фоток. Ага, офигенно.
Ну потому что если календарь, то 12. 10-12 пиздатых фото, просто мега фото будет. И все негативы, что 70 и РСТО, тоже ваши. Да. Всего лишь 15 000 рублей. Да, возможно, совместная. Тренировная фотка. Нет, 15 000 рублей. Да, 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 да. Сколько стоит? Я запутался, кто за камерой. Вот кто за камерой ее. Ну, сколько стоит? Ребят, девочка спрашивает, не помню. Вместе с календарем в подарок. 15. Попы на календарь давай, 7 000. Чего? Попы на календарь давай. Ну, если попу приведете, будет вам попа. Попы? Семинар попы платный? Нет, семинар бесплатный. Хотите с попами стрелять? Да, да, да. Хотите без попы? В Италию перешлешь? В Италию перешлешь? Календарь легко. За вашу оплату. 15 штук за календарь. Нет, 15 штук вы получите за фотосессию. 15 000 за ваш календарь с вашими фотографиями. Да, там будете вы. Во сколько примерно семинар? Календарь это самое. Сколько там? 1500 максимум. Да, календарь чисто по себестоимости. Обычно стоит фотографии сколько? Обычный календарь, который у Вани и у Димы, он стоит всего лишь 1500. Это реально себестоимость, мужики. Это по себестоимость. Просто напечатать фотографии, потому что... Ну да, в качестве... Просто фотосет в студии, час работы. Минимум два, просто ребят. Фотосет в студии час сколько? Нельзя, минимум два. Нет, сколько будет стоить просто фотосет в студии? Фотосет в студии, та же 15, мужики. 2 часа. Это девочка, по-моему. Во сколько семинар примерно? Семинар, ну по времени, ребята, давайте новости. Сделай вот так, Вань. Покажи бицуху. Вот. Бицуха. Все новости будут. Ладно, давайте, короче. Кстати, становую если, если будете заказывать календарь и тому подобное, то звоните, то он везде распишется, реально. Лучше и курс он... купить на пятнашку. Будет. Пятнашка, а в итоге сколько? За пятнашку вы получите 100 качественных фото. А обработанных 15 будет. Надулся, сдулся. А тут хоть календарь. На ставят. Целый год с росписью именно. 107 килограмм у него есть. Ребят, вы не поняли. Это ваша фотосессия, ваш календарь. Вам фотосессию сделают. И вы будете на этом календаре. Сколько будет в переводе на евро вообще посчитать календарь? Ну, грубо, а, нет, подожди. Это, нет, это человек, он в Италии, он не сможет приехать. Короче, Ванин календарь. Фотосессия. Ну, 200 евро. Это да, ну, 100, фотосессия 150 евро. Стоит 15 000 рублей. Календарь 15 000. И календарь в подарок. Да. Ну да, он входит туда. Если с Ваней с росписью, то просто 1500. Сотрудниками Инферно скидка будет, Саня спрашивает, Брежнев. Саня сделает. Нет, он зарплату просил. А, он зарплату просил, смотри, какая зарплата. Ладно, ребят, давайте, все. Короче. Всем пока. Спасибо за трансляцию. Всем мира, добра. Спасибо, вам что здоровья. Вот, Саня сегодня был с нами. И Димон. В четверг буду. Димон тоже. 100, вот как 108 выглядит. 108 килограмм. 108 килограмм. По-разному, вот так или 107. Саня килограмм. Лучший. Спасибо, удачи. Спасибо, давайте, ребята. Давайте, ребят, всем пока. Давай. Все, Ванч, теперь давай. Я буду кнопку, блядь, нажимать. В четверг буду. Здесь ебучая кнопка.